Итак, эти кадры, возможно, помогут полицейским раскрыть серьезные преступления. В объектив камер наружного видеонаблюдения попали двое молодых людей, которые, возможно, причастны к поджогу автомобиля RAV4 у одного из жилых домов по проспекту Мира. На записи видно, как молодые люди с темным пакетом спокойно идут по улице поздно ночью, а спустя всего пару минут они уже убегают с места преступления, закрыв лица. Добавлю, полицейские все еще ищут свидетелей преступления, гарантируют им анонимность и денежное вознаграждение. Обратиться можно по телефонам дежурной части ОМВД 31 80 10 или 0.